Парковка завершилась неудачей. Водитель Hyundai i40 на улице Зина решила припарковать свой автомобиль, но вместо этого лишила возможности передвигаться своим ходом другую стоящую рядом машину. Владелец внедорожника BMW, который и пострадал при попытке парковки, был сильно опечален, увидев свою машину совсем не в том виде, в котором оставлял. Лина Зинатулина выяснила, как же так могло случиться. Колесо, крыло, бампер. Водитель BMW был сильно удивлен и расстроен, увидев свой автомобиль. Мужчина рассказал, что ненадолго оставил машину и ушел по делам. Когда вернулся, иномарка была уже разбита. Как уверен автомобилист, без эвакуатора она уже никуда не уедет. Просто я не уверен в том, что машина как бы на ходу, удар был в колесо, и поэтому мы никуда отсюда не едем, ни схемы, ничего не составляем. Говорит, что вторая участница аварии свою вину полностью признала. Женщина пыталась припарковаться, однако маневр ей явно не удался. Кто-то здесь, видимо, посигналил, испугал, либо отвлек, и в результате чего она не обратила внимания на правую сторону и вот так вот задела. Споров по поводу виновника происшествия у водителей не возникло, и они остались дожидаться сотрудников автоинспекции для оформления всех документов. Лина Зинатульна, Айрат Назипов, Адель Мулахметов, вызов 112.